141 серия. Мурманск, Магадан участок. Будет пройдено 56 километров. За спиной остался город Улан-Удэ. Сказка. Волшебная сказка. К сожалению, нигде нельзя съехать. Заканчивается 13-й день пути. Обратите внимание на время. В 12:24:48 примерно будет скала. На обратном пути остановлюсь, сделаю короткое видео, поднимусь наверх и панораму реки Селенга. Но это будет на обратном пути. Так, время. В Москве 12:04. 16. Это 4 часа дня, что ли? Тренируется человек. Готовится. Саша Люсин, а как насчет рыбки? Как раз где была остановка. В общем, я на трассе стараюсь ничего не покупать, особенно вот на развалах на этих, из-за опасения расстройства желудка. Соленье, варенье продают. Ну, раньше останавливался, покупал, да, вкусное. Это... Ну, нужно быть крайне осторожным. Тыква, никому тыкву не надо? Ребята, двигаюсь в сторону Читы. Вот скажите, на каком километре можно бузы классную покушать? Ой, не понял, что сказал? Бузы. Где вот по трассе в сторону Читы можно хорошенько, ну, вкусно готовят? Манты на пару вот эти вот, бузы бурятские. Раздолбай. Что это такое? Бузы не знаете, что такое. Впереди камера на 60. В пределах нормы. Ночью тяжело проходить. Там, по-моему, ответственная скала напрягает.
бы сделали, но колейность – это от перегруза, ребята. Только от перегруза. Ну, Саша Лесин снова до Калтука, дорога просто прелесть. От Иркутска до Калтука, до Слюдянки, дорога замечательная. Отремонтировали ее. Ну, что сказать, отличная дорога, слов просто нет. Особенно на серпантине, на этом, на подъеме, на перевалах. Это стало гораздо, гораздо лучше. Превращается в грунт. Вот мы наблюдаем это с левой стороны. Вот она, красота. Остановишься. Сзади он фура подпирает. Наверное, рыба размерами с акулу, с кашалота. Без шансов вытащить. Это, по-моему,
водопада, еще чего-нибудь. Еще чуть-чуть, и Серенга зальет трассу. Вровень с трассой. Жутковато проезжать вот мимо скал. Вот эти скалы. Ну, проезжаешь, это жутковато почему-то. Особенно ночью, когда едешь. Блин. Понимаешь. Дай бог. Как пойдет камень. Шансов нет. Да и к берегу не подойдешь сейчас, разливы там. Обходи, я придержу, я на маленькой. Удачи, браток. Рация, наверное. Елена Яшвинина. Вам, конечно, виднее, однако при этом фура сильно прикрывает перспективу трассы. Да, тут две стороны. В темное время суток фуры
прикрывают от встречных автомобилей, от встречных фар, но с другой стороны легко поймать камень в лобовое стекло. Стараюсь по возможности снимать не только инфраструктуру и состояние дорожного полотна, но и по возможности открывать всю панораму, красоту окружающей природы. Стараюсь. Красивый пейзаж с левой стороны горы, покрытый лесом, освещенный солнцем. И прямо по ходу видно вот тучи, облака. Принимаю. Буза, ты спрашивал, нет? Да, я хотел попробовать бузы, знаю, что тут это национальное блюдо, блин. И вот хотел спросить совета, вот тут постоянно катаетесь, на каком километре можно нажраться этого блюда? Поселок Бар проедет, Бар там, поселок проедет, подальше, с правой стороны, там. Это сколько километров примерно? Да, это так. Скажем, что мы делаем только, наверное, 3 часа. Это так, значит, покатаем. А, понял, благодарю. Вот тебе зеленый ман обходил сейчас на подъем. Давай, дави гашетку, я там остановлюсь. На этой столовой. Все, цепляюсь.
один М55. Раньше трасса называлась М55. Сейчас вроде бы изменили все эти.
да, дорога. Я вон за зеленым маном. Поверните направо. Прямо 552 километра. Спасибо. Конечно, ямочный ремонт сделали, но за такой ремонт надо отрывать руки. Да, остановлюсь на ночевку, я вам сказал.
километра ровно 8 часов с копейками, 56 средняя скорость, сегодня 5,8 литра на 100 километров.
баре Юры, Юрты. Юрты, вот эти юрты уже стоят. Это нет. Это корм. Корм скотине. Вот от дождя, чтобы ветром не разметало. Вот тут место неплохое для ночи. Впереди камера на 60. Буренушки, телки, теленочки. Мама бычка повела.
Да, я следом. Ну вот оно кафе. Первое кафе лучше, второе мне не нравится. Понял. Проверим сейчас. Ну что, перепаркуюсь, наверное, попозже, куда поставят. Кто захочет ставить. Режим записи. Так, немножко я по-другому встану.